Даже если вы не заправский ютубер, рекомендую все покупки с AliExpress снимать на видео. А то один раз так ко мне пришло 4 вот таких мелких пакета, и в 3 из них вещи были с браком. Вот, видео меня очень выручило. Так, вот он пакетик. Тут я уже чувствую, пришел ободок. Обошелся он мне в 190 с чем-то рублей. Сейчас посмотрим на качество. Он в цветах осени, это я еще летом заказывала. Захотелось мне нового ободочка. У нас сейчас на распродаже в подружке по 39 рублей, но тоненький. А этот прям толстенький. Тканью обшитый такой. Слушайте, по качеству, думаю, будет нормально мне. Так что скоро меня в видео с ободком увидите. А сейчас будет в кадре большая распаковка. Хотела сыну к Новому году. Тут чуть-чуть покоцано. Вот. Но получилось как-то так вот. Пришло. Может быть, до следующего Нового года оставлю. Потому что он со старым рюкзаком хорошо бегает. А это новый рюкзак. Так. Вот так вот. Увеличим угол обзора. Не помню, если честно, в рублях, сколько мне это обошлось. Озука монобрендовый был магазин. Я была почему-то уверена, что они должны очень быстро доставить. Но в тот день я заказывала еще себе маленький рюкзачок в ноунейм магазине, простенький, за 800 рублей. Его очень быстро привезли. Слушайте, как все круто закрывается. Так. Слушайте. Это для особо ценных предметов. Обожаю такие карманы. Это для чего, я не знаю, но как-то используется. Кто знает, для чего этот браслет. Что на него цеплять? Наверное, что-то на него цеплять. Слушайте, а качественно все сделано. Еще два кармана. И зарядочка есть. Это круто, что есть зарядочка. Прикольненько. Так. Как бы проверить ее рабочесть. Ладно, надеюсь. Как и что должно на нее отреагировать, на эту штуку. Кто понял? И какая должна быть реакция, кто понял. В общем, я не поняла, будем разбираться. Но в любом случае рюкзак мне нравится. Надеюсь, чей-то детенышу подросткового возраста понравится еще больше. Слушайте, как классно сделано.
пупырчатки вагон. Как раз она мне сейчас пригодится. В общем, год ноубай с рюкзаками тоже провален. Но все-таки я считаю, это уважительная причина провала. Новые модные рюкзаки сыну, ставшему резко подростком. Так, то есть я поняла, видимо, сюда втыкается гаджет снаружи, а там привешивается какой-то блок. Так, проверяем. Ух ты, он еще и фольгированный. Изнутри, слушайте. Я вам оставлю ссылки на эти рюкзаки. Так, тут не фольгированный. Так. Тут прям мечта студента все расположить. Прекрасно. Тут небольшой карманчик, не знаю для чего. Можно отдельно как пенал использовать. Ух ты! Вау! Все с резинками. Тут что-то крепится изнутри. И хороший такой объем. Слушайте, прям вот, прям как все продумано. Спинка уплотненная. И в спинке еще для самых важных, видимо, ценных документов отсечище. Шикарно. Слушайте, я надеюсь, подарок понравится. Пойду приныкаю до Нового года. В школу пока побегает с вновь обретенным старым после тщательных раскопок в шкафу. А вам ссылочки повешу. Все равно меня родные дети не смотрят. Материал на ощупь имитирует кожу. Хорошо было чем-то набить. Видите, он чуть-чуть помялся. Две петли. Молнии все хорошо закрыты. Да, не 3 копейки мне все обошлось, но я довольна тем, как сделано. Все, смотрите ссылочки под видео. Я пошла прятать.